Правда, не всегда от автомобилистов на дороге что-то зависит. Докажем это в нашей свежей подборке записи с видеорегистраторов. Посмотрев это видео, однозначно можно сказать, коровы пасутся не только на лугу. Бесстрашное животное вышло на трассу Иркутск-Ангарск. Всего за несколько минут из-за этого образовался затор. Но, как говорится, и пусть весь мир подождет. С таким же девизом шагает по двору и эта ангарчанка. Ну а что, колеса у ее сумки есть, а значит, женщину вполне можно назвать участником дорожного движения. На сигнал автомобиля и крики водителя женщина не реагировала, упорно, но медленно передвигаясь к заветной цели. Не занимать упорство и двум водителям, которые лоб в лоб встретились в Иркутском дворе. Женщина и мужчина около 10 минут пытались решить, кто же должен уступить дорогу. Когда все мужские доводы разбились о стену женской принципиальности, водитель черной иномарки все же уступил дорогу. От греха подальше. Если и вы стали свидетелями курьезных или, наоборот, опасных ситуаций на дорогах, присылайте свое видео нам в редакцию. Ведь регион должен знать своих героев.